День единения народов отмечают сегодня в Беларуси и России. 2 апреля 1996 подписан документ, в котором решено было создать политически и экономически интегрированное сообщество в целях объединения материального и интеллектуального потенциала двух стран. В союзном государстве реализуется и планируется множество совместных программ исследований в промышленности, строительстве, науке, освоении космоса, энергетике, образовании, культуре. В стране заработала специализированная электронная площадка для 11-классников. На сайте abiturient.by можно посмотреть каталог специальностей белорусских вузов, узнать порядки приема, ознакомиться с перечнем курсов по повышению квалификации. Также есть специальный калькулятор, с помощью которого можно проверить проходные баллы или сравнить свои показатели с прошлогодними. Ограничения на посещение лесов действуют во всех районах страны. Данные отображены на интерактивной карте Минлесхоза. Исключены въезд в лес на машинах, турслеты, коллективные сборы с палатками. Такие меры введены из-за теплой погоды и сильного ветра. В течение дня ситуация может измениться. Город на Березине успешно решает вопрос импортозамещения. Товары местных производителей презентовали на совещании управления торговли Бобруйского горосполкома. Гречка, фритюрное масло, новая линейка вкусных кисломолочных продуктов, кондитерские изделия. Важно выгодно предлагать потребителю отечественный товар. Он должен располагаться на уровне глаз и в прикасовых зонах. ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами, организованной отработки населенных пунктов, прилегающих к ним дорог. Особое внимание уделят профилактической и разъяснительной работе. Каждый год в начале мотосезона наблюдается резкое увеличение количества аварий с участием двухколесного транспорта. На данный момент зафиксировано 15 ДТП, 3 человека погибли, еще 16 были травмированы.